Здравствуйте. Я буду говорить о словесном искусстве, но о визуальной ее части. Для меня является какой-то магией, почему мы смотрим на буквы, на значки, а видим людей, животных, вещи, пейзажи. Каким образом это происходит? Возникают некоторые образы, которые у нас вызывают различные эмоции. Нам страшно, нам, наоборот, весело, или мы испытываем чувство прекрасного, чувство возвышенного, или какое-то отвращение. Можно, пожалуйста, презентацию про Набокова? Тема моей лекции – литературные бабочки Набокова. Бабочка – это такая литературная визитка Набокова. Да, вот. Это его рисунки, кстати. Почти в каждом произведении встречается этот образ у Набокова. Там в каждом русском романе, почти в каждом американском романе, почти в каждом рассказе. То есть нужно специально выискивать произведения, в которых этого образа нет. Но мало кто знает, можно следующий слайд, что Набоков был не только великим писателем, но еще и прекрасным энтомологом, то есть ученым, который изучает насекомых. И раздел, который изучает бабочек, называется лепидоптерология. Набоков был лепидоптерологом. 8 лет он проработал в музее сравнительной зоологии в Гарварде, в Гарвардском университете. Он там изучал бабочек под микроскопом, выделял разные виды. Всего написал 19 статей и заметок, около 220 страниц где-то текста и рисунков по бабочкам. И, ну, как вы видите, собрал коллекцию более 4000 бабочек, которые сейчас хранятся в Швейцарии, в Лозанне, в зоологическом музее. Также Набоков открыл несколько видов. В честь него назван один вид. Если я сейчас правильно прочитаю, если нет, простите мне мою латынь. Латынь из моды вышла ныне. «Eupitheca Nabokovi». Вот эта бабочка, как раз которую он открыл, которая названа в его честь. Можно следующий слайд? Честно говоря, увлечение бабочками у Набокова, он говорил, это не я их выбрал, это они меня выбрали в каком-то из своих интервью. Началось еще в детстве, а если быть точнее, то еще до его рождения. Потому что его отец сам ловил бабочек, но как любитель. И в доме Набоковых в Санкт-Петербурге, Набоков родился в 1899 году, через 100 лет после как раз рождения Пушкина, в Санкт-Петербурге в доме хранилась, ну, коллекция бабочек, небольшая. И отец иногда вбегал в комнату к маленькому Володе, брал там сачок, убегал. Я за бабочкой, за бабочкой. И Владимир это все видел. Свою первую бабочку он поймал в усадьбе под Санкт-Петербургом, в Ире, в Ирское поместье. Сидел на скамейке и на кустарнике жимолости. Там сидела бабочка, если не ошибаюсь, махаон. Ну, можно посмотреть в интернете, как она выглядит, там разные виды есть. И швейцар, который у них там был, поймал эту бабочку. Тоже швейцар в кавычках, потому что это был тайный сотрудник полиции, который работал на отца Набокова, поэтому он так сноровкой поймал эту бабочку. Они поставили ее в шкаф, но на следующий день бабочка улетела, вылетела из шкафа, было очень большое разочарование у маленького Володи. Следующая попытка была более удачной. Следующий поймал другую бабочку уже. И тогда мать Елена Ивановна усыпила эту бабочку эфиром. Несколько жестоко, я понимаю.
Это была первая бабочка в коллекции Набокова. Через месяц после этой бабочки у Набокова было 20 разных видов бабочек в коллекции. То есть 20. То есть он ловил их почти каждый день. Бегал с очком, ловил бабочек. Вообще, ну вот как Брайан Бойд пишет в биографии Набокова, он проводил на ловитве бабочек с утра по 4-5 часов. А ему было лет 6-7-8, вот когда он первые его попытки. Слово «ловитва» звучит почти как молитва. Это было некоторые практически медитации для Набокова ловить этих бабочек. И позже он нашел у себя дома всякие энциклопедии по лепидоптерологии. Ему еще подарил его дядя энциклопедию. Дядю звали дядя Рука. Вот на этой фотографии как раз Володя сидит с энциклопедией с бабочками. Тут плохо видно. Ну, в общем, отец повлиял на него. Отец был, кстати, таким тоже интересным человеком. Набоков унаследовал от него такую мужественность и отношение к жизни с юмором. Ну, например, он, когда сидел в тюрьме, Владимир Дмитриевич, отец, провел 3 месяца в тюрьме в Санкт-Петербурге по политическим причинам там. Он зря время не терял, составил список литературы, читал там Достоевского, Уайльда, все произведения, которые он давно хотел перечитать. Писал статьи, через 3 месяца вышел, опубликовал заметку по поводу того, как несправедлива у нас система наказания, что человека хотели наказать, но дали ему, наоборот, много свободного времени, хорошие условия для того, чтобы он мог заняться тем, чему он давно не мог заняться, завершить свои незаконченные дела. И маленький, кстати, Володя передал с матерью бабочку в тюрьму отцу. У них такой был негласный заговор. Вот. И Набоков занимался, ловил бабочек всю жизнь. То есть в Санкт-Петербурге до 18 года, в Крыму, потом, когда ему пришлось эмигрировать, потом в Европе до 40 года, потом в Америке и в Швейцарии. Это вот фотография как раз последних лет. Просто я даже не знаю, как назвать эту забавную историю или сказать просто, что охота за бабочками не довела Набокова до хорошего. Но вот 76-летний Набоков, ну представляете себе этот возраст, поднялся на гору в Швейцарии, в Давосе, это курорт горный. Гора 1900 метров над уровнем моря. Погнался за бабочкой, споткнулся. Рампетка, сачок улетел, повис на какой-то там еловой веточке. Он полез за этой рампеткой, споткнулся еще раз, он совсем уже упал, лежал, и как раз ехал фуникулер, вагонетка. Там туристы увидели известного писателя. «О, мистер Набоков!» Он лежит в это время, улыбается. Ну, человек с юмором, понятно, от отца унаследовал. Тоже им машет, очень весело. В общем, ну, они мимо и проехали. Потом, когда через 2,5 часа вторая партия уже ехала, туристическая, то вагоновожатый уже начал что-то подозревать, почему это известный писатель лежит в одной и той же позе, как-то в неудобном месте отдыхает. Вот. После этого, конечно, ему уже заказали носилки, ну, в смысле, прислали людей с носилками, и ну, он получил некоторые повреждения, к сожалению, которые повлияли потом на его дальнейшую как бы двухгодичную жизнь.
Он умер в дорогой клинике в Швейцарии, но вот это вот стало таким первым толчком к его смерти. Можно, пожалуйста, следующий слайд? И в Набокове соединились таких два интереса. Интерес к природе, интерес к искусству. Как уже заметила Александра, искусство – это обман. Такая традиционная платоническая точка зрения – искусство – это обман. И есть такая традиция противопоставления. Природа – это подлинное, искусство – это неподлинное. То есть естественное, есть естественное, а есть искусственное. Так вот, Набоков говорит, что искусство – это обман, а природа – это тоже обман. Как он пришел к такому выводу? Он изучал окрас бабочек и замечал некоторые пятнышки, которые были мимикрией под каких-то ядовитых насекомых, да, какие-нибудь яркие такие ядовитые цвета. И второе, был окрас, который непонятен вообще, зачем нужен. И тогда Набоков говорит, может быть, есть какой-то художественный замысел в природе, а вот это все, то, что мы видим, это обман на самом деле. И природа нас зовет разгадать. Логично предположить, что если есть какой-то художественный замысел, то есть и тот, кто его замышляет. Творец. У Набокова были сложные отношения вообще с религией. Он отрицал ритуалы, это точно. Любые вообще формы. Он был интровертом, поэтому отрицал любые такие групповые сборища, флешмобы, что-нибудь такое, в чем нужно было участвовать всем вместе, группой. Религию он отличал, но тем не менее, конечно, Бог в его произведениях встречается. Но я не буду туда входить, это не моя территория. И тем не менее, для Набокова бабочки, они не были фетишем. То есть это была не конечная цель изучения. То есть собрать их там, посмотреть разные виды, классифицировать их, и вот, пожалуйста, коллекция. Все готово. Это был некий портал. То есть это была такая точка, в которую, если войти, то можно прийти к чему-то другому. И для одного персонажа Набокова бабочки были порталом. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Рассказ называется «Пилиграм». «Пилиграм» — это фамилия, написана в 1937 году. Это, можно сказать, что это автобиографический рассказ, по крайней мере, по эмоциям, по настроению. Не по событиям, но по настроению. Мужчина, продавец лавки экзотических вещей, который унаследовал от отца, и с такой болезненной страстью к бабочкам. У него в лавке была большая коллекция бабочек. Но они были, там была только одна драгоценная коллекция, остальные были все обычные. Но он их продавал. И был этим недоволен, потому что он хотел ловить их сам. Но никогда их не ловил. Они ему доставались, просто они там уже были. Ему было, он даже несколько попыток делал, чтобы накопить денег и отправиться в экспедицию по ловле бабочек. Там сначала он женился, рассчитывая на приданное, но, к сожалению, тесть умер, оставил ему кучу долгов, поэтому не получилось. Потом в какое-то время накопил опять денег, случилась инфляция, и опять не получилось. И ему
было очень обидно, что его коллега, который сам как раз путешествовал, сам ловил этих бабочек, приходил к нему в магазин, смотрел на этих бабочек, там, открывал коробку и говорил там, вот, это самочка. Ну, то есть проявлял такой профессионализм. И Пилигриму было очень это обидно. Он даже так делал вид, что ему все равно, так с небрежностью там, брал этих бабочек. Но, как написано в рассказе, это была безошибочная небрежность хирурга. То есть на самом деле это была такая страсть к бабочкам, такое очень трепетное отношение. Мы можем даже отрывок посмотреть. Да, и основная как бы мысль этого рассказа, тема, это тема своего и чужого. То есть есть вот эти вот чужие бабочки, отчужденные, а ему хотелось своих. Да, всю жизнь он прожил на родине, и хотя 2-3 раза подвернулась возможность начать более выгодное дело, торговать сукном, он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья. Счастье заключалось в том, чтобы самому вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, смахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурное биение сквозь кисею. Свое и чужое. И мы можем проинтерпретировать образ бабочки как... Ну, если дать такую гносеологическую интерпретацию, то бабочка – это идея. То есть, грубо говоря, Пилигрим хотел познавать мир. Но те бабочки, которые у него были в магазине, это были такие книги. Но он хотел как бы познавать собственным опытом, ловить знания самому. И Набоков здесь как автор выступает как такой шовинист. То есть то, что свое, даже свое знание – это хорошо, а чужое знание – это плохо. Ну, шовинизм Набокова проявляется не только в этом. Он также относился и к читателям, тоже разделял на своих и чужих. Своих было очень мало, это элита, это начитанные читатели, это те, кто правильно читают книги. Ну, там несколько пунктов, то есть они смотрят на детали, они не отождествляют себя с персонажем, они ищут, они играют с автором, разгадывают замысел автора. А все остальные это... Для них он не писал, грубо говоря. Есть даже целый научный труд, который посвящен проблеме того, для кого писал Набоков. Он писал для элиты, для, ну, вот чисто для интеллигенции, те, кто читают, начитаны. Или он писал для всех. Ну, вот Лолита, в частности, вызывает такие споры. Это для массового читателя или для элитарного читателя. И долгое время Набоков отвергал влияние литературного рынка. То есть он говорил, нет, я пишу только для своих читателей, а его их было немного, потому что все русские романы... Ну, Набоков писал на русском языке и на английском. Все русские романы он писал за границей, в Европе. И, соответственно, в Европе было мало иммигрантов, русских очень мало, но это была как раз интеллигенция. Вот для них он писал, он приехал в Америку, и там у него нет читателей. То есть как, каким образом ему писать для этих читателей, которых нет? В конце концов, он сдался влиянию литературного рынка. Ну, то есть он не писал специально под массового читателя, но он согласился, чтобы его книгу продавали в мягких обложках. Это уже было... Как оскорбление, но он на это согласился. Вот.
тема своего и чужого. У меня двойственные отношения к этой теме, поскольку, с одной стороны, плохо, что есть такой некоторый шовинизм по отношению к чужому, потому что другие люди как бы считаются, что ли, глупее тебя, которые написали эти книги, которые ты не хочешь читать. А с другой стороны, есть плюс в том, что свое знание — это живое знание. А книжное знание — это такое мертвое знание. То есть ты читаешь, и ты его не пережил. А когда ты на собственном опыте что-то испытываешь, ловишь эту бабочку свою, вот тогда ты переживаешь что-то очень значимое, что-то живое. И тема живого и мертвого фигурирует в другом рассказе Набокова. Вообще два рассказа вот этих вот, «Пильграм» и следующий рассказ «Рождество». Можно следующий слайд? Это два рассказа, в которых вот очень ярко этот образ бабочек описан. Он здесь ключевой, предельно ключевой. Главный герой по фамилии Слепцов, мужчина, он приезжает, если я не ошибаюсь, на дачу, чтобы забрать вещи своего умершего маленького сына. Сын ловил бабочек. Это такой автобиографический рассказ «Перевертыш». Вот он написан в 1924 году, а в 1922 году убили отца Набокова в Берлине. Он там защищал своего друга, ему выстрелили 4 пули в грудь. Для Набокова это бы рухнуло, просто небо рухнуло на землю. Потому что это был целый мир, отец — это был целый мир. Это была и защищенность, и гармония, и порядок. Можно сказать, бог практически. И тут сюжет несколько перевернут. Умирает сын, отец приезжает, чтобы забрать вещи сына. Среди вещей он находит коробочку, по-моему, из-под печенья, в которой сын держал кокон бабочки, который не вылуплялся. Ему было очень обидно, что он не вылупляется. И этот самый главный герой, он начинает медленно умирать душой, потому что его разрывает горе. Но в какой-то момент, как видно по названию «Рождество», это происходит зимой, на улице был большой холод. И когда эту коробку перенесли в дом, в теплый дом, то этот кокон, он разорвался. И из него появилась бабочка. Давайте посмотрим. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятно, до конца обнажена земная жизнь, горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес. И в то же мгновение щелкнуло что-то, тонкий звук, как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел. В бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене над столом быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Это, кстати, вот бабочка. Она остановилась, вцепившись 6 черными мохнатыми лапками в стену, и стала странно трепетать. Она вылупилась от того, что изнемогающий от горя человек принес жестяную коробку к себе в теплую комнату. Оно вырвалось от того, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло. Оно так долго ожидало этого, так напряженно набирало сил, и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепли, наливаясь воздухом веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья еще слабые, еще влажные, все продолжали расти, расправляться. Наконец развернулись до предела, положенного им Богом. Так, я, к сожалению, не вижу.
сейчас. И на стене уже была вместо комочка, вместо черной мыши, громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица в сумраке, вокруг фонарей Бомбея. И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья. То есть, грубо говоря, это ожила душа этого персонажа. Тут еще надо добавить третье понятие – живое, мертвое, воскресшее уже после смерти. Ну, вот таким образом можно интерпретировать литературные образы. Я хочу вам пожелать, чтобы для вас образы или вещи были не фетишем, а порталом в какой-то другой мир. Спасибо.